I came to dig, 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 dig. I'll build a city out so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Yeah. Я снова здесь. Да, это вроде моя карта. А я возвращаюсь домой. Нужно возвращаться домой срочно. Так, давайте валим тогда отсюда. Я не думаю, что у меня мало оперативки. У меня 4 гига оперативки. Как бы игра не должна лагать вообще никак. Почему-то она лагает. Странно. Так, это дерьмо нужно вот так вот расчистить. Ты чё тут рычишь? Иди отсюда, сволочь. На, скотина. Ой, она аж упала. Давай. А, и я упал. Черт. Так, ладно, давайте зарежем еще эту корову. Так, надо пожрать срочно. На голодный желудок я не люблю убивать. Это против моих правил. Так, тут у меня повыпадало дофигища всего. Опять я нашел много хавчика. А, вот я вижу отсюда уже свой дом. Хорошо, что я факелы там поставил специально на входе, чтобы если ночью идти, то оно освещало и можно было бы найти. Можно будет потом столбы сделать такие, как бы, направляющие. Ух, я, конечно, да, раздобыл дофига всего. Ой, даже лук нашел. Где я его нашел? Может, из скелета он падает рандомно? Скорее всего, да. Но я нашел лук. Это прекрасно. Так, угля дофигища просто. Железо давайте... Хотя, не, его не так уж и много, как я думал. Давайте поставим его плавиться. Я себе хотя бы все инструменты сделаю из железа. А с бронькой я пока подожду. Так, давайте камень сложим, гравий, порох. Можно, нужно продлить мне сундук. Что-то этот маленький становится уже. Не вмещает всем. А, блин, я зачудил. У меня аж и так есть сундуки. У меня седло есть. Я могу оседлать поросенка. Это такое достижение. Вот, это понимаю, сундук. Ну и в сундуке у меня будут лежать сундуки. Красную пыль надо выложить. Все это вылаживаем, вылаживаем, вылаживаем. Удочку можно сделать, в принципе. Пойти порыбачить. Утром. Неплохая идея. Рыбой тоже можно неплохо питаться. Хоть у меня еды дофигища, но хочется порыбачить. Железо, железо. Железо, хлеб. Ну, это я железо нашел в сундуках. Так, сырая говядина. Сюда. 55 кусков, офигеть. Я еще эти, блин, не съел 5 кусков. Или 6 у меня было. Пшеницу тоже можно пока положить. Потом буду ее выращивать. Железо пока плавится. Давайте скрафтим себе топорик железный обязательно и лопату. Железный топорик, лопату. Плюс удочку еще. Так, я правда не помню, как ее... Нет, это лук, по-моему. Сейчас. Не помню, не помню. Наверное, вот так как-то. Да, вот удочка. Положим ее сюда. Что это были за звуки опять непонятные? Ладно, пусть пока плавится железо. Оно мне пока не надо. Где нитки? А, нитки я и не ложил. Сейчас мы тогда повылаживаем все мои каменные инструменты, которые нафиг не нужны. Запасная кирка и запасной меч нужно еще сделать. Меч тоже быстро уходит. Ой. Я уже железо все убрал. Так, давайте 2 кусочка возьмем. 2 кусочка железа. Меч. А, отлично. Давайте поспим тогда. Че уж, ночную рыбалку я точно не хочу. Там вообще фиг что увидишь. Когда у тебя клюет, когда нет. Вот я еще как-то странно тут застрею. Закрываем дверь, чтобы незваные гости не ходили. Так, тут пока зомби горит. Я почему-то за всю игру еще не встретил ни одного крипера. Это странно. Я уже по ним, можно сказать, соскучился. Это же самые забавные монстры в игре. Которые шипят и делают бум. Бада-бум. Ух ты, они сделали прикол. Теперь у удочки есть леска. Этого я не знал. Шикарно. Давайте, 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 давайте. Сейчас мы попробуем что-нибудь словить. Мы должны что-нибудь словить. О, о, что-то там... Не, не клюет. Мне показалось. Ну, рыбка.
Что за сзади звуки? Походу овца жрет траву. Ну, рыбкой, твою мать. Ой, я отвлекся на быструю панель. Тут что-то клюнуло, походу. Она что, клюет? И. Тут говно, а. Походу, они изменили анимацию клёвой рыбы, или просто я уже разучился ее ловить. Что за дерьмо? Не, ну то, что они леску сделали, это шикарно смотрится, обалденно. Мне нравится. А вот то, что не могу ничего словить, даже ни одной рыбки, это печально. Эй, рыбка. Ой-ой-ой, я сам чуть рыбкой не стал. Чувствую, это будет очень... О-о-о! Эй, почему я не словил ничего? Она ж... А, вон и крипер. Я вижу крипера. Крипер, привет. Братан, давно не виделись. Привет, бро. Как дела вообще? Как жизнь, дети, семья? Ау. Походу все плохо, он решил само уничтожиться. Жена его, наверное, запилила, дети задолбали, и он откинулся. Ладно, не получается у меня рыбу словить почему-то, вообще ужас какой-то. О, здесь стрелы, здесь скелетон умирал. Так, давайте дерево подолбим. Не, ну физика дерева все равно оставляет желать лучшего. Почему нельзя сделать так, чтобы срубить тут, и оно осыпется, как в террарии? Нет, кусочки должны висеть. Это жесть. Опять какой-то звук непонятный. Что, вниз покопать найду что-нибудь? Или вот сюда? Еще не понимаю, что там за звуки. Ну, это я прокопаю выход. Да, это я выход прокопал. Такое ощущение, что это или внизу, или справа, фиг поймешь. О боже, там лава. Жесть. Ау. Что здесь за место вообще? Почему здесь только много лавы? Какого хрена вообще? Так, ладно. А, это походу звуки лавы такие сделаны. Так, ладно, нужно валить отсюда. Мне не очень приятно в компании лавы проводить свое время. И лучше бы это все засыпать землей, чтобы я в прошлый раз, когда... В следующий раз, точнее, чтобы я шел и не сдох. А то иду такой весь награбленным. Хоп, упал, все сдох, все сгорело. И чувствую себя мега шикарно. Все, будем знать, что там лава. Будем знать, что лава такие звуки издает. А то я и не знал, как бы. А, что здесь? Вижу я. Ух ты, вижу я. Шикарные снежные леса. Прям вообще шикарные. Можно дерево порубить. Конечно, в игру играть в кооперативе намного интереснее. Я надеюсь, этим займусь, когда разберусь со всеми техническими неполадками, которые произошли мне в скайпе и в прочих местах ужасных. Ну, я думаю, на этом можно закончить. Я не знаю, если смогу, продолжу в одиночку чуть-чуть еще поигрывать в эту же карту. Если получится, может, через некоторое время в кооперативе начну проходить какие-нибудь карты или просто выживать. О, уголь. Ну, а вам могу сказать, дорогие зрители, всем спасибо за просмотр, за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео и... Как всегда, до новых встреч!